Жизнь двух человек спас автономный извещатель в Мамадышском районе. Около полуночи в селе Рогозин загорелся одноэтажный дом. Услышав звук сработавшего датчика и поняв, что произошло, пожилая хозяйка жилища вывела своего сына-инвалида на улицу и вышла сама. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сгорели вещи и мебель в одной из комнат. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В МЧС напоминают, что за 4 года пожарные извещатели спасли жизнь 89 татарстанцев.